Значит, какие изменения у нас сейчас ждут с 1 числа? Первое, это мы вводим пакет Life. То есть это, по сути, половина от стоимости того пакета, который мы продаем. То есть будут продаваться пакеты полные и пакет Life. Он будет немножко невыгоднее, чем те пакеты, но он будет практически в 2 раза дешевле. Там будет меньше партнеров, меньше исполнителей, которые дают проект. Это первое. Второе. Мы меняем структуру выдачи подарочных healthy coin. То есть, если раньше было 1 к 5, на каждый вложенный доллар вы получали 5 healthy coin, то теперь будет 1 к 1. Потому что раздача уже такая серьезная прошла основных партнеров. Это второе объявление. Ну и третье, то, что мы сейчас дорабатываем сайт уже на украинском, на английском языке. И приложение тоже. И тестируем его. Я думаю, что в связи с тем, что партнеры пошли немножко быстрее, чем обычно, ну, пошел процесс быстрее, то проект уже где-то осенью мы будем планировать запуск рекламной кампании проекта. Вот, собственно говоря, такие новости я хотел сказать. Первое, это появятся пакеты Life. Это почти половину меньше от той стоимости, которая была, но там будет меньше и партнеров, и исполнителей. Уменьшится количество хелпи-коинов, которые мы раздаем. Вот, собственно, все новости. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. А к осени, так к следующему месяцу. Все зависит, как у нас придут партнеры. Тут на запуск влияет три момента. Первый – это тестировать сайты приложения. Я думаю, до августа мы уже, к концу августа, начало сентября мы это должны оттестировать. Плюс-минус там еще какое-то время. И количество партнеров, чтобы нам добрать еще 300 человек, по сути. Я говорю, почему 300, потому что в основном покупали дешевые пакеты. Вот, и поэтому немножко больше людей понадобится. Ну, я думаю, что мы за месяц-полтора найдем 300 человек, два. Потому что поток сейчас людей пошел быстрее. И еще я же говорю, что мы выпускаем версию пакетов Life с меньшим количеством исполнителей и с меньшим количеством партнеров, которые будут удаваться от проекта. Но в будущем люди могут докупать с Life, делать полные пакеты и докупать другие пакеты. Это не отменяется. А те условия, которые были до 1 числа, они так и остаются. Все, кто зашел до 1 числа, те условия, которые мы там декларировали, они все остаются в полном размере. Еще вопросы, пожалуйста. А рефералка, Сергей Васильевич? Що ви кажете? Не розчув. Реферальні виплати залишаються так само 5 і 20? А, ну да. Реферальні залишаються по просьбі от проекту залишаються. І за запрошених, яких ви будете залучати, якщо ви когось залучите в проект, то 20% це буде завжди. Тобі ж 20% за запрошених не буде відмінятися довго ще. Єдине, що буде відмінятися, ну трошки пізніше ми вирішили перенести цей момент на партнерів, які ми вам даємо без запрошення в кабінет. Ще, будь ласка, питання або ще питання? Пакети теж в розстрочку можна брати, чи повна стоїмость буде? Ну, у нас рассрочка есть для всех. Почему? Потому что я понимаю ту ситуацию, в которой сейчас находятся наши люди. Очень много людей просто сидят в очень тяжелом финансовом положении. Поэтому мы идем навстречу и рассрочку оставляем, и пакеты Life делаем. Как бы вот такая ситуация есть, конечно. Спасибо за ответ. Спасибо. Включайте микрофон, задавайте вопросы. Пока я на Я связи. думаю, все уже просто ждут, когда запустимся, и тогда и партнеры будет намного больше, потому что да. Однозначно, как только пройдет рекламная кампания, в течение 3 месяцев нам зарегистрируется больше 100 тысяч людей. Еще раз повторюсь, об этом я рассказывал уже. Но в моих расчетах это где-то в районе 100 тысяч человек зарегистрируется в течение 3 месяцев. Когда мы включим монетизацию, где-то какая-то часть уйдет. Ну, процентов 25-30 уйдут люди. Не останутся в проекте. Но больше 50% людей останутся, и с ними мы будем работать.
Вот. И когда вот этот процесс пойдет рекламной кампании, то, конечно же, партнеры пойдут уже лавинообразно, потому что, первое, они увидят, что вы уже зарабатываете, то есть вы уже будете показывать, что реально идет доход от исполнителей, и тогда партнеры пойдут намного быстрее. Мы тогда сможем запускать не один город, а может быть 2, 3, 4 сразу одновременно, собирать деньги на несколько городов и запускать. Это будет. И, ну, конечно же, планы через некоторое время выходить уже с нашим проектом на ближнее и дальнее зарубежье. Но это в планах только. Сергій, питання. Пропала кнопка розстрочка. Мы сейчас в течение 2-3 дней она появится. Она работает, эта рассрочка, но мы перерегистрируем компанию, и это самое. При перерегистрации нам с 1 числа надо на другую компанию перевести деньги, и из-за этого мы отключили пока эти кнопки, только через карточки можно пополнять. И это, ну, буквально на днях, завтра, послезавтра она появится. Добре, Но дякую. рассрочка работает. Если кто-то хочет взять пакет в рассрочку, то это все работает. Так, еще, пожалуйста, вопросы. Так, ну если вопросов нету, тогда я буду заканчивать. Все. Всем спасибо большое. Хорошего вечера вам. Берегите себя.